уже совсем давно пора перестать переживать по поводу того, что их данные попали куда-то в сеть, попали к злоумышленникам и так далее. По одной простой причине. Мир двигается немедленно, а очень быстро к такому всеобщему информационному пространству. Поэтому, если ты зашел в интернет и хоть раз где-то что-то оставил, будь готов к тому, что это куда-нибудь попадет в какие-либо руки. Никакой гарантии, на мой взгляд, быть не может. Уже не говоря про нашу реальность, российскую, где коррупция такова, что даже просто за какие-то деньги, черные деньги, можно спокойно получить доступ и диски те самые пресловутые на митинском рынке, на которые всегда все ссылаются, лишь наглядное подтверждение там. Поэтому я думаю, что здесь такие вещи будут продолжаться. И никакими законодательными, какими-то специальными там, оперативными мероприятиями вряд ли это будет прекращено раз и навсегда. Поэтому я считаю, что если человек в интернете оставил свои данные, он должен раз и навсегда успокоиться, что они кому-то попадут. Если ты не злоумышленник, пускай они попадают. Либо не пользуйся интернетом и туда их не заводи. Вот и вся весь рецепт, что называется. Я думаю, что правовых механизмов там, в ближайшие десятилетия вряд ли нужно будет каких-то жестких ожидать абсолютной гарантии того, что ваши данные куда-то не попадут. Про коррупцию, по-моему, я уже говорил. В России эта проблема еще более усугубляется таким фактом. А как все-таки можно обезопасить себя? Не оставлять в интернете свои данные. Хотя это не обезопасит тоже, потому что вы эти данные так или иначе предоставляете государственным органам. Государственные органы сейчас по последним веяниям, это, кстати, это очень правильное веяние, переходят на электронное взаимодействие, и все равно ваши данные налоговой инспекции, пенсионном фонде и так далее, будут находиться. Поэтому просто свыкнуться с той мыслью, что вся информация о вас так или иначе доступна в сети. А раз она находится в сети, значит, кто-то, умелец большой, с хорошими мозгами, когда-нибудь их достанет. Как уже их использовать, там, во вред вам или нет, это уже отдельный разговор. Ну, я считаю, что здесь никак ты себя не обезопасишь при всем большом желании.